Всем привет, дорогие подписчики! Я думаю, каждый знает, что каждое наше действие, которое мы совершаем в интернете, создает свои данные. Но мы с вами, как создатели этих данных, полностью исключены из этого процесса, то есть мы не знаем, кто ищет наши данные, какие данные они ищут, кто продает наши данные и с какой целью. То есть мы с вами не получаем какой-либо части прибыли, которую делают брокеры, продавая наши данные. И как раз-таки, чтобы решить эту проблему, и был создан проект, о котором сегодня пойдет речь. Проект называется Data Wallet. Итак, это децентрализованный обмен данными, который позволяет интернет-пользователям делиться данными, которые они создают с компаниями по своему выбору. И это даст им полную прозрачность в случаях использования, на которые компании хотят использовать свои данные. Поскольку модель Data Wallet основана исключительно на том, что пользователи дают выразительное согласие на совместное использование своих данных, компании смогут получить доступ к пользовательским, историческим и данным в реальном времени, которые ранее были полностью недоступны. Позволяя пользователям напрямую связывать свои данные с их приложениями, компании смогут сразу же обучить свои алгоритмы и разблокировать инновационный потенциал этого нового поколения интеллектуальных приложений. Data Wallet предоставляет пользователям свое приложение, то есть это такой суверенный кошелек, который будет позволять им отвечать за свои данные. И это позволит им монетизировать, а также использовать активы, которые по праву принадлежат только им. Также Data Wallet представляет нам Data Wallet IP, которая тоже ориентирована на личные данные. Если все это успешно вступит в силу и будет хорошо работать, то Data Wallet обещает стать самым мощным в мире обменом данными. Ну и, конечно, Data Wallet имеет собственные токены, которые сокращенно называются DXT. Пользователи смогут использовать свои токены для оплаты услуг в магазине приложений Data Wallet. Итак, теперь поговорим о деталях проведения ICO. Hard cap составляет 30 миллионов долларов США. Soft cap на данный момент скрыт. Всего токенов создано 750 миллионов. И цена одного токена, как мы видим, составляет 18 центов. Принимает проект такие валюты, как биткоин, биткоин кэш и эфириум. Продолжительность токен сейла составит 30 дней, но вот дат я здесь не нашла. Может быть, в скором времени такая информация появится. Так, здесь мы видим, как будут распределены данные токены. 65% пойдет на развитие проекта, 15% на маркетинг, 10% администраторам и 5% выделено на возможные форс-мажоры. Инвесторам ICO будет выделено 33,33%. Пул разработчиков и пул пользователей составит практически по 17%, 16,5%. Также Data Wallet запускает свою баунти-компанию, благодаря которой вы сможете заработать токены Data Wallet за участие в определенных компаниях. Вот здесь можно видеть, на какую компанию какой процент выделен. То есть это такие обычные компании, как Twitter, компания переводов и так далее. Ссылку я приведу в описании под видео. В принципе, на сегодня все. Кому понравился данный видеообзор, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и следите за моими обновлениями. Всем спасибо за внимание, пока!